Сегодня министр иностранных дел стран ЕС намерен обсудить возможные варианты вывоза зерна из Украины. Согласно информации, на заседании также будут рассмотрены отношения с Египтом как одного из потенциальных покупателей – это сельхозпродукции. Кроме того, сообщается, что Евросоюз поддерживает усилия по вывозу зерна, но в то же время не видит возможности миссии ЕС сопровождать суда. Также в Альянсе подчеркнули, что не станут отменять санкции против Беларуси ради транспортировки сельхозпродукции. Для вывоза зерна из Украины есть три варианта – по морю, через Беларусь и по наземному коридору по украинской территории. Два последних варианта ЕС исключает из-за сложных отношений с Минском и боевых действий в Украине. А морскому варианту препятствует проблема минирования акватории.